Хотелось еще раз акцентировать ваше внимание об элементе, связующем ударную и бросковую технику рукопашного боя. Этот элемент показывается вам со всех сторон в паре, чтобы было более ясно и наглядно видно, как он исполняется. Руки приспущены, голова как бы открыта для удара, приглашая к атакующим действиям вашего оппонента. Выполняется отход, еще один отход и нырок под ударную руку. Хочу вам напомнить, боксеры, не занимающиеся кикбоксингом, ноги не держат совсем. Все, что происходит ниже пояса, обычно эти спортсмены плохо улавливают. Кикбоксеры обычно ждут контратакующего удара, но не прохода в ноги и броска.